забудьте, что вы находитесь на канале Принцесса Милана. Кто звал Бабу-Ягу? Сейчас великом как дам. Сейчас я вам расскажу о своих подвигах. Первый мой подвиг — я родилась. Второй мой подвиг — мою подругу звали Лина, ей было тогда еще где-то 5 лет. И она меня научила играть в шашки. Она младше меня, и то умела играть в шашки, а я нет. И, кстати, я еще когда-то ездила в другой город играть с другим детским садиком в шашки. И я выиграла только один раз с моей подругой Лидой. А мальчики 0 раз победили. То есть они вообще не победили других. В садике проводили турнир по шашкам. Я заняла 2-е место. Я очень хорошо играла в шашки. Меня научил мой друг. Он со мной в школу пошел. И мне дали грамоту. Еще кроме грамоты, мне дали 2 грамоты. И еще кроме грамоты мне дали Аленку. Но Аленка я уже съела. Вот такие 2 грамоты. Следующий мой двойник. Мне дали медаль за самую лучшую выпускницу детского сада. Я одену медаль. Следующая моя грамота, когда тоже на выпускном медали. Это так, здесь нарисована девочка с кошечкой. И почему-то нарисована клубники. А сейчас я вам покажу и расскажу о своем фотоальбоме детского сада. Мой детский сад, 603, группа 4. Выпуск 2012, то есть получается 2012-2016 год. Я вам расскажу, что это значит. То есть я, получается, в 2012 году пришла в детский садик, а меня выпустили из садика в школу в 2016 году. То есть, получается, я получилась 4 года. Представляете, как много в садике? И на первой странице у меня мой детский садик и все друзья из нашего детского садика. Дальше мои... У нас была смена, у нас была то первый учитель, то второй. Татьяна Ивановна, потом... Галина Анатольевна. Или Галина Анатольевна, потом Татьяна Ивановна. А это я. Моя фотография. Надо было выбрать любых 2 человека на одну фотографию. Я выбрала своих друзей, ну, Владика и Лиду. Вот, я уже о Лиде вам рассказывала. А это я маленькая. Когда это было в 2015 году. Сейчас я расскажу о своих подвигах в школе. Первое я вам расскажу. Я получила это первый кубок за 2-е место. Этот кубок мне дали за драку, за бой. День самурая это было. По карате Киокушинкай. Я на себя смотрю, я могу здесь посмотреть на себя. И за драку мне еще дали медаль. Вот такая она здесь пусть. И смотрите, здесь вот такая, как в России, и здесь. Только здесь блестки, видите? Блестки. Я ее тоже на себя одела.
Вот так вот. Следующий вот такой вот большой кубок. Тоже второе место. Первенство клуба Суншипа Када. Кто знает, что такое Када? Пишите мне в комментариях, но я сейчас вам расскажу, что такое Када. Это надо показывать приемами разными. Вот что такое Када. Вот такой вот у меня кубок большой. И вот еще медаль. Вообще по секрету, вата мое любимое число. Сейчас я эту медаль тоже надену. Еще я участвую в школе в конкурсах. Я участвовала в конкурсе, где надо было делать кормушку. И еще я участвовала в конкурсе, где надо было нарисовать картину и повесить на выставку. Еще я участвовала в конкурсе «Мой класс и моя школа». Надо было сделать проект. И я сделала. И не забудьте подписываться на мои другие каналы. Home and Made и на Милашка играет. Сейчас я расскажу, что на трём каналах я снимаю. Принцесса Милан, я буду снимать разные челленджи. Ну, про рыбалку, про мой отдых. Путешествие, отдых, гуляние и другие видео. Это абсолютно все. На канале Home and Made я буду снимать, как я делаю разные поделки. А на канале Милашка играет, вы уже догадались, я буду снимать, как я играю. Играю в компьютерные игры, разные компьютерные игры. Всем пока! Вы были на канале Принцессы Милана. Всем пока!